продолжаю проходить. Все, что я сделал, зашел в служебное помещение, здесь собрал всякую херню, нашел терминал контроля турелями. Вот, в общем-то, и все. Сейчас переходим на саму базу. Тут будет жестко, отвечаю, будет очень жестко, будет очень много всякой фигни, вообще непонятно, непонятнейшей просто. Все, что могу я сделать сейчас, это просто подождать. Подождать утро, солнышко, при свете дня мы надерем этим засранцам задницы. Так, что еще можно сделать? Ну, взять, починить до упора плазменную винтовку, взять ее. И потому что, блин, оружие, которое стреляет, ну, одиночными выстрелами, здесь немного неуместно. Здесь летают винтокрылы. Нужно сейчас подобрать ящик снабжения. Вот, кстати, его сбросили. Братство стали. Даже не поленились, блин, нашить вот символ. Так. Приказы. Говорит паладин Тристан. Если вы это слушаете, значит, вам удалось пройти через президентскую ветку, и теперь перед вами база ВВС Адамс. Согласно нашим разведданным, пульт управления ракетной спутниковой системой находится на главной вышке передвижной платформы Анклава. На платформу можно попасть только по трапу, который спускается от сторожевого поста Анклава старой башни авиадиспетчерской. Откройте ящик, сработает маяк. Мы получим сигнал и начнем атаку, чтобы отвлечь их на себя. Удачи! С Богом! Именно. Каким-то фигом эта тут байда не вырубилась. Ну ладно. Вот она, пушка Тесла. Кстати, очень убойная штука. Даже не знаю, что заменить-то, честно говоря. Ну ладно, пускай будет вот так. Сносить нахер все турели, потому что если их не посносить, это может закончиться очень печально. Местные с аннилляторами. Иди сюда, сука. Судя по тому, что здесь валяется, ты уже готов. Почти в бозе. Угу. Все, хватит. Настрелялись. Нахер отключаем. Тут каждый будет такими игрушками играться. Тут кто-нибудь поранится. Теперь можно выключить. Да, наверное, все-таки можно. Так будет спокойнее. Теперь пойдем на крышу. И выключим вон те турели, которые так хищно, блядь, стреляют по мне, сука. Твою мать, блядь. Ладно, они мне еще пригодятся. Твою мать, давай открывайся, или мне тут жопу порвут. Точно, да, вот это именно самое я все вот забыл, запамятовал. Вот. Давай
давайте разбирайтесь тут сами с собой. Давай! Ты чё, скриптовый, что ли? Давай! Ты чё, выжил, что ли? Иди ты, блин! Баню, блин. Угу. Угу. Ты что, в тебе я зуб? Ну теперь понятно. Что-то нажал. Ой, блять, понабежали-то. Давай сюда вот эту штуку. Блять, пуляется она вообще ужасно. Там ассимилятор уже везде валяются. Так, а чё сюда попёрся-то? Так, точно, мне нужна батарея, блять, твою мать. Вдруг неожиданно. Крокодил Гена. Ладно, по минимуму возьмем кое-что. Кое-какие сувениры-то надо за собой захватить. Если вообще ничего не брать, это вообще было бы печально. Так. Куда мы пришли, сразу скажу. Вернее, даже покажу. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Артиллерийский расчет номер один. Сектор один. Так. От верховного командования Анклава просто стали захватил внешний периметр базы, дано разрешение применить артиллерийский удар в секторе 1, но тогда и только тогда, когда остальные ресурсы исчерпаны, а цель находится в прямой видимости соблюдения, соблюдать предельную осторожность. Давай быстрее, 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 быстрее. Вот так-то. Эта штука работает только, по-моему, на летящих. Блин. Ты что, нашел, что ли? Думаешь, самый крутой? Сели бы за стол переговоров, бы договорились бы до чего-нибудь там, сказали, ну, блядь, я тебе отсосу, ты мне, блин, ну, фу, чё я за херню-то несу, ух уж это политика. Вот, блядь, нахер они друг дружку убивают-то всё время? Тут последний, кто обладает более-менее нормальными ресурсами, их проёбывают просто бесчеловечно. Ай-яй-яй, сука, больно-то как... Так, ты будешь знать, блин. О,
Внутрь-то как попасть? Это у вас укрепление, блин. Так, да вот так, вот так еще. Дождя все равно не защищает. Хотя, что там, в силовой броне какой нахер дождь? Все заколочено, все забито. Угу. Тут они, значит, как все смерти держат, но, по-моему, нифига не дрессированные. Нахер я ее туда кину? Ну, так для страсти, вдруг там кто-нибудь выбежит. А вот туда надо бы. Кнопку. Где назад? Ладно. Че эти мочить-то будут? Когтей смерти трогать не буду. Пускай останутся для зоопарка. Ага. Отходим на перегруппировку. Иди, блять, отходи на перегруппировку. Вот еще прикол. Сектор Хангер за. За кого он за, непонятно. Ай-яй-яй-яй-яй. Хуёво зверюга. Сейчас из гранатомета пальнет. Как ей сдать? Ай, твою мать, я же говорил! Ладно. Этим, кажется, все. Можно зайти внутрь, поискать что-нибудь полезное, но кроме как когтя смерти, тут ничего нет интересного. Назовем его Яша. Предварительно, конечно, пальну фун туда из толстяка, потому что там много гребаных анклавовцев. Яшенька, заждался меня. Давай, иди, надери им задницу. Убей их всех нахер. Воу, откуда он здесь? Малыш, я тебя тоже очень сильно люблю. Ну, не время обниматься. Вот, например, когда вот этот говнюк, блядь, бегает безнаказанно. Яшенька наконец-то работал как надо. Поебал возможность. Надо, значит, засадить вот сюда. Ай-яй-яй-яй, твою мать, ай-ай-ай. Выглядит это вот так. Ай, ей, твою мать, блядь. Твой, блядь, стой, хорош. Ай, 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 твой. А вот теперь уже не смешно, а нихера. Надо что-то делать, а то он жопу порвут. Надо же, можно, короче, перезарядить, еще раз пальнуть. Его, короче, разорвет. Ух ты, ё. Яша, ты где? Пошли за мной. Хорош. Жалко, тебя подлечить нельзя.
Так, значит, мы нашли точно такой же расчет, но только номер два. Сейчас взорвем тут все. Ну, а именно вон тот грузовичок. Мне он очень нравится, поэтому и взорвем. Давай. Ну и еще последний раз, пока слезем. Ты пропусти это что ли? Все, короче, теперь вперед, только вперед, хотя нет, там, блин, силовой барьер, по-моему, да. Вот эта вот махина огромная, это и есть передвижная станция Анклава, она нереально огромная. Я раньше, сначала, первый раз, когда увидел, подумал, что это вот эта вот конструкция, то есть вышка управления полетами. Но на самом деле это нифига не вышка управления полетами, хотя она и здоровее ее. Это что-то, в общем, меня аж прям торкает. Так, что-нибудь здесь есть? Что-то нет, что здесь нет? И попал. Яша, разберись. На кого ж ты меня покинул? Не вовремя так, кстати. Ага. Был, по-моему, разбирается уже с другими обитателями базы. Знакомец, так сказать. Так, снабжение мое происходит, похоже, исключительно только из ящиков. Сейчас как выпрыгну из ору. Та-да! Та-да! Что-то близко я. Так, можно вон туда подняться, и тут что-нибудь тоже будет. Опять система контроля турелями, нам это уж не надо. Целлерийский расчет, вот это было бы самое то. Ай-яй-яй, ай, твою мать. Ну и чё? Думаешь, я из тебя не попаду, говнюк? Так, толстяк. Все? Я так и знал. Я так и думал. Что еще? Что еще мог Анклав противопоставить мне? Ну-ка, давай быстрее перезаряжай эту штуку, пока она не развернулась. Бензовоз дофига. Ай, твою мать. Откуда прилетело-то? Ага, диспетчерская. Открывай. Диспетчерская, блин. Цивилизуха. Грузись. Давай же. Ну вот, наконец-то. Сохранились. Я знаю этот звук. Похоже, здесь катается робот-охранник. Ладно.
отключить. Не успел, извини, чувак. Неплохо-то покрашен-то. Нормально прям сохранился. А чё какой-то скромненький, прям более чем скромненький. Снайперская винтовка, это прям вообще подарок судьбы. Прям очень нужная вещь. Так, и все что. Можно, короче, наверх пойти, можно вниз ходить. Ну, наверное, сходим и туда, и туда. Нет, такого. Базовый с Адамс. Нет, это слишком неинтересно. Пойдем, сходим, значит, еще и вниз. Какой крутой грузовичок. Угу, сходили вниз. Что вообще за бред? Как могло внизу, значит, осыпалось, а сверху не осыпалось? Ну, наверное, бомба попала в здание. Так всегда бывает. Верхние этажи остаются целыми, а нижние, они прям складываются прям. Летные это. Полевые исследования Квала. Опустить трап мобильной платформы, связь с центром управления платформой, связь с центром управления винтокрылами. Трап опущен. Давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. О, рассыпался. Обожаю. Полить по винтокрылам. Нет, отвечает, это самое интересное занятие. Ладно. Там внизу люди гибнут, нас прикрывая. Так что нужно это проявить уважение и идти спасать их не задниц. Можно, слава богу, спуститься хоть. Попал. Думал, не попаду, но попал. Сколько я попал, сейчас мы узнаем. Ну, меня штурмовать бежит, твою мать.